Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра АФК Арена. И в этом выпуске мы проведем обзор второго дня посещения такого события, как экспедиция в бездну. В этом выпуске мы осветим такие вопросы, как союзы, кого брать и качать по реликвиям и вообще в пачках. Также немного о реликвиях. И зоны для захвата, то есть что, как захватывать и тому подобное. Ну, начнем, пожалуй, с основных таких вот вопросов, как наше звание. То есть что оно дает? То есть мы получаем расширение возможности захвата новых земель. Но, к сожалению, расширение не такое уж и большое. То есть в данном случае, смотрите, 25 из 25 мы можем всего лишь получить. Ну, потихонечку накидываем, но награды, которые мы получаем, просто космос. То есть, чем больше у нас будет звание, тем мощнее награды мы получим. Теперь, что касается союзов. Вот такой интересный вопрос. Что они дают и вообще зачем они нужны? Ну вот, к примеру, смотрите. Наша полоса подошла к какой-то другой полосе захвата. Что нам даст, если мы соединим эти две полосы? Две зоны захвата. То есть мы в таком случае сможем захватывать соседние клетки от этой зоны. Ну, в данном случае, если посмотреть, соединил здесь уже несколько зон. То есть вот моя светло-зеленая зона, а вот это вот как бы с небольшой синевой, это зона союзников. При этом я, смотрите, смогу захватить, допустим, какую-нибудь деревушку вот у этих союзников. Так. Они уже все позахватывали. Ну, какую-нибудь любую зону. Вот, к примеру, сюда. Нажимаю атака. Вот, но сейчас невозможно занять, потому что у меня всего 25 из 25. Иначе я бы спокойно мог сюда напасть. Если зоны не соединены, ну, к примеру, вот сюда, да, нажимаем. Вот, показывает, что нет, напасть невозможно, потому что соседние поля не заняты. Поэтому, если есть такая необходимость, вот, то захватить, допустим, продвинуться сюда можно было бы, а потом уже захватить вот эти вот деревушки второго уровня. Но я уже немножечко прокачался, поэтому мне деревушки второго уровня уже, ну так скажем, не особо важны. То есть мне уже важны деревушки третьего уровня, вот я уже к ним иду. И вот даже будет возможность захвата города первого уровня. Для того, чтобы их захватывать, вот новые вот эти вот деревушки, да. Что нам нужно сделать? Нам нужно избавиться от уже захваченных зон пустых полей. То есть мы их сплавляем, спускаем эти пустые поля и захватываем более сочные, более злачные участки. Ну, давайте для начала сейчас соберем вот эту эссенцию. Сколько нам тут насыпало? Насыпало нам уже 15 косарей эссенции. Ну, это за ночь, вот смотрите, за 11 часов. Также накидали очень-очень много различных реликвий. Что ставить, кого качать в первую очередь? Такой вот интересный тоже вопрос. По реликвиям, по классам. То есть качать ловкачей, качать кого-то еще. Но здесь все зависит от того, каких героев вы выбрали. Если вы выбрали, к примеру, ловкачей, которые наносят разовые сильные уроны. Ну, к примеру, Каз, Аталия, Гвинет, Оскар, Тейн или же Фараэль. То есть, если вы таких поставили, крутых, мощных уронщиков, и именно на них ставите акцент, то прокачивайте их. Если вам нужны танки, как бы там, ну, не хватает в целом времени на выживание, то качайте их. Но здесь, опять же, качнуть вообще нужно всех. Не то, что прям можно, а прям вот нужно. Но, опять же, да, качайте тех, кто вам ближе. Ну, первую пачку я прокачал поддержки, потому что, в принципе, вот один герой поддержки, один герой какой-нибудь урончик, и вдвоем можно спокойно продавить какие-нибудь простые там деревушки. Поэтому начал именно прокач с них. Как происходит прокач реликвий? И вот есть такой квест интересный, сейчас он уже закончился, по-моему, да? Да-да-да, было написано «получить каких-то там прокач второго уровня реликвии». Ну, это когда мы вот все заполним ячейки и сможем поднять нашу реликвию до второго уровня. То есть это вот первый вариант. Потом второй. Есть еще какие-то реликвии, да, вот было написано «редкие реликвии». Что это такое? То есть это уже голубенькие реликвии. Как мы их можем получить? Мы их можем получить путем покупки за эссенцию благословенную или же путем
комбинирования наших уже предметов готовых. Так, ну здесь я, пожалуй, качну немножечко мага, надо прокачать. Уровень прокача здесь такой идет, что прям вот даже если у вас команда была, ну скажем так, слабоватая, да, то есть по уровню прокача, эти реликвии прям вот возносят их очень-очень сильно. Так, магов прокачиваем. Есть. 114%, новый уровень. То есть для мага добавили что нам? 1,5 ляма ХП. 75 тысяч урона и 36 тысяч защиты. То есть 114% в целом мощь возросла. Но если по ХП, это почти 100%. Урон это примерно 50%, то защита это чуть больше 100%. И да, получается, как бы мощь возросла. Также открылся новый навык. Вот, 60 очей энергии в начале боя. Ну, вроде как интересно, да, там сразу раз и на 6% шкала заполнилась. Теперь как мы будем прокачивать дальше? И что мы будем прокачивать дальше? Есть варианты атаки качнуть. Ну, 20 хп как бы вроде немного. Здесь тоже есть у нас атака, хороший такой вариант. Как это все происходит? Объединить. То есть у нас есть 0. Можем объединить, вот смотрите, из тех, которые вот из зелененьких, то есть в данном случае на такой наруч нам нужно 2 зелененьких. Ну, давайте, к примеру, объединим. Раз, все, отлично. У нас уже есть 2 зелененьких. Объединяем и получаем третью. Снаряжение. Окей. То есть вот так вот и происходит весь прокач. Сейчас я быстренько накачаю остальных персонажей, ну, хотя бы до второго уровня подниму всех остальных. Хотя, честно сказать, вот часто бои бывают затяжными, потому что не хватает урона продавить. Именно не протанковать, а именно продавить. Не хватает урона в целом. Так. Зе, атака. Пусть будет на вас. Уже накинем, так накинем на всех, да и все. Все, потратили всю энергию. Теперь, что касается вот этих вот деревень. Какие-то вторые уровни, третьи уровни. То есть понятно, что мы получаем больше дохода. Давайте посмотрим изучить. 40 в час, плюс 20, если мы разместим героя. Поэтому рекомендуется, кстати, вот перед посещением этого события не сливать всех героев, не комбинировать, да, а вот оставлять их, так сказать, в первозданном виде. Просто элиточки фиолетовые. То есть для начала нам нужно очень-очень много фиолетовых героев. Да, то есть здесь же, допустим, обычные поля 30 в час. Но при этом, смотрите, что у нас есть. Давайте возделывать. Здесь уже 80 в час. Плюс деревни с третьего уровня дают редкие предметы. То есть можно получить редкий предмет сразу. Так же, как мы получали зелененькие, обычные. А для этого давайте оставим какие-нибудь зоны. Ну, самые простенькие сейчас будем сбрасывать, покидать. Конечно же, покинуть поле. Так. Здесь тоже покидаем. Ну, как бы, а зачем оно мне нужно? Сейчас наберем мощных, крутых деревень. Но насчет городок первого уровня, не знаю, сейчас потянет, не потянет. В принципе, прокач уже прошел хороший. Поэтому, может, и протянем. Ой, отметку поставил. Покинуть. Есть. Так. Так, все. То есть эти зоны, вот мы соединили, как бы, в принципе, это хорошо. То есть для чего эти союзы нам нужны? Опять же, переходим на карту. Смотрите, как обложили, да? То есть если мы как-то продвинем вот всю, соединим цепочку, то мы сможем потом, даже если самостоятельно мы не будем продвигаться к нашим воротам, да, кто-то уже продвинется, и если цепочка будет соединена, то мы, конечно же, уже подойдем и сможем поучаствовать в битве с боссом. Вот, первый босс, босс ворот. Пачки, конечно, здесь солидные. Причем герои, как вы видите, Аталия, да, босс. Но это сразу нагибалово просто идет. Выбивание, наверное, будет с первого удара. И тому подобное. То есть, ну и в конце концов, конечно же, коварный, супер-мега-пупер... Друпер, зашкварный босс. Так, что у нас там уже 40 секунд, 30 секунд осталось. По поводу пачек. Вот я собрал себе таких вот героев, но здесь опять же у меня подвязан герой на шемку. Хорошо ли это или плохо?
Ну, с другой стороны, если их использовать в разных командах, то никакой проблемы нет. То есть, опять же, смотрите, как какие команды собирать. Для захвата обычных там участков достаточно там одного-двух персонажей. Для захвата уже более мощных участков там иногда приходится продавливать двумя пачками. Причем вот вчера, да, продавил эту деревню третьего уровня за два раза. Так, есть, все, уход был. Продвигаемся сюда. Атака. Так, ну здесь как бы слишком круто мне не нужно. Вот давайте как-то, наверное... Так, что у нас под хилом? Под хил не очень, да тут как бы он, наверное, и не нужен. Вот я думаю, справимся. Итак. Просто сразу накидает всем, да и все. И никакой подхил здесь не нужен. Ну, в принципе, наверное, даже Артур бы и сам справился. С таким-то прокачем, как мы его накачали уже. Так, успешно занять. И теперь уже переходим к деревушке. А вот деревушка, да, это уже покруче. Поэтому атакуем. Уровень сложно. 11 косарей. Что мы здесь видим среди этих мутантов? Сложный, конечно же, здесь будет Торан. Ну, прям очень сложный. Поэтому будем выбивать его за несколько раз, скорее всего. Так. Переключаемся сюда. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, давайте поставим еще вот этого вот урольщика, да, пусть толкает Торана, глушит всех подряд. Еще нам нужен хилер. Среди основных хилеров подошел бы, конечно, Рован. Так-так-так. И этот хорош, и Рован. Ладно, давайте поставим Рована. И поставим, пожалуй, Тази. Ну так вот. Тази будет всех глушить, и мы их спокойно перебьем. Так, уровень силы почти 8 тысяч. Тысяч-тысяч, то есть миллионов. И пошло насыпалово. Да, и Стрильду, конечно, можно было заменить, но мне нужен был какой-нибудь вообще герой в целом. Так. Торан, конечно, сейчас будет, наверное, исполнять отхилы свои, откаты эти. Да не, вроде как бы и не безобразничает сильно. Ну да, здесь его просто держат на коротком поводке. Все, забили. Забили прям вообще с одного раза. Ну еще бы накачали реликвиями. Окей. Так, 40. Правда, на одну звездочку. Все, занять. Не, ну, как бы Люция мы тут не будем ставить. Мы сейчас поставим, давайте, копию Фокса. Отлично, и продвигаемся дальше. Насчет городка, как бы я уже думал его, ну, слишком мощный. Ну, прям вот совсем слишком мощный. 24 тысячи. Причем, как это достигается? Смотрите, у них здесь идет третий уровень прокача реликвий. Тут после первого уровня мы уже получаем плюс 100% к прокачу. А третий это уже вообще новый-новый виток. Поэтому смотрите очень внимательно. Такие, кстати, вот вообще сложные битвы. Как их проходить? Я сегодня точно захвачу этот городок, но, возможно, уже попозже. Сейчас просто понабиваю себе хорошие локации, хорошие зоны, поперевожу обычные поля в поля уже деревень вот, и первых-вторых уровней, как минимум. Вот, а желательно, конечно, третьих. Ну и у соседей, если таковые, будут какие-то варианты, позахватываю. Может кого-то продвину, к примеру, вот здесь вот есть хорошие, смотрите, двоечки прям, да? Можно продвинуться сюда будет и позахватывать все эти двоечки. Но после того, опять же, как я захвачу все тройки. Для повышения, что мне нужно? Мне нужно получить две редких благословенных реликвии. В принципе, можно было уже их и собрать, если бы я остальные классы не прокачал. Но, опять же, нужно как бы иногда смотреть. Можно иногда и классы прокачивать, иногда и так. Но согласен, была все-таки ошибка, упущение. Стоило докачать кого-нибудь все-таки здесь и получить вторую эту реликвию. Теперь идем дальше. Так, захватываем вторую пачку. Окей. Если вы, кстати, вот переигрываете, еще такой вот интересный момент, бой. То есть, ну, вдруг не удалось и решили переиграть. Да, без проблем, переигрывайте, но в таком случае, вы можете потерять в самом, так сказать, в еде. То есть каждый переигранный бой это одна энергия.
То есть одна еда. Да, вроде не так уж и много, но желательно все-таки экономить. Так, сейчас мы поставили вместо эстрильды усилителя Розалину. Ну, так сказать, чтобы побыстрее справиться с этими товарищами. Ну, здесь просто, да, избиение получилось. Ай, не, не успели, не успели на три звездочки. Эх, как же так? Есть. 40, успешно занять. Сейчас, да, понабиваю, увеличу общий рост энергии. И, конечно же, вероятность получения редких реликвий. То есть, может быть, через АФК я и получу эту вторую реликвию. Ну что ж, друзья, а на этом пока все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.